Hey, всем привет, с вами Шумагов на канале Ушим. И сегодня поиграем в игру в Ghosts Trigger. И это какая-то часть прохождения. Ну, это следующая часть прохождения после предыдущей. А какая она была, я черт ее знает, не помню. Аппетит приходит во время еды, называется глава. Гори и иду, значит, что гигантский череп-убийца был не один. Тысячи зародышей ждут своего часа. Герой должен сорвать жуткий план голода. Собственно говоря, и будем сейчас этого выполнять это задание. Я думаю, что мы справимся за раз-два, вот просто вот так вот щелкая пальцами. Ты умеешь щелкать пальцами или что? Да, вот так вот. И, собственно говоря, да мы ничего тут не будем делать, мы просто побежим дальше. Господи, что это за срань? Твою мать, еще немного, и эти твари вылупятся, значит, пора навести его порядка поскорее. Ну что ж, будем делать. Так, эта дверь не открывается, потому что нам что нужно? Потому что через это говнище нужно пройти, да? Так, на время опять, да? Подожди. А что на время? Блин, я тупанул. Подожди, я что-то не очень понимаю. Что там на время-то нужно мне делать? Да ёптель. Сейчас, подожди. Мне нужно открыть дверь. Так. 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 А я не успел уже, да? Или успел? Или не успел? Или успел? Не успел. Успел. Контрольная точка есть. Отлично. Пошел ты. Так, сейчас, стоп. Фига себе, он такой бодрый, да? Слушай, ну мы за Иду не получаем никакого опыта, потому что... Просто потому что все. Ну и ладно. Так. Вот вы какие, а? Коломет. 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 Так, туда не попасть, да, никак? Там тоже какая-то дверь через дверь. Так, подожди. Давай-ка мы сейчас... Подожди. Мы... Я хочу... А, сюда никак не попасть. Подожди, а как вы... ну мы сейчас этого по-тихому, короче, вырубим, да? Вот так вот, например, да? Там этот жирный. Так... Сябука! Сдохни, тварь. Так, что-то, короче... Оп. Так. С этими разобрались. Окей, коломет. 6 патронов, да? Так, подожди, вот здесь что-то нужно сделать. Раз. Два. Три. Все, да? О, вроде все, да. Так, а теперь что? Тут ничего не будет, там опыта, чего-нибудь такого не будет, да. Так, значит, нам нужно что? Нам нужно открывать это говно и... Будет дверка. Если мы ступаем, то... Контрольная точка. Если мы ступаем на это говно, то... Убираются эти штучки. Прикол. Вот этот прикол. А почему? А, я все понял. В смысле? Да камон, мать! Я понял. Я не успел. А я вот успел. Коломет. 4 удара. Так, убрать сюда. Контрольная точка. Так, и что у нас? А, вот оттуда.
А, извиняюсь. Ой, сука. Что там это открывается? Погнали. О, падла! Побреля, я забыл. Да ты гонишь, что ли? Че такой быстрый-то, а, алло? О, блин! Извиняюсь. Ай, сука. А, неожиданно. Да, блин. Хорош. Ой. Блин! Да вы заезжали уже. Да, бляха. Хер, какого хера? Ой, бля. Сейчас, стоп, подожди. Иди сюда, проверь. Проверь, бляха. Проверь. Проверь, говнище. Хорош. Ну и гадость. Ну и гадость. Ну а как ты хотела, девочка моя? Так, открывамбо. Открывамбо. Это следующая дверь влево туда, да? Контролиринг, точка контролиринг. Ну, не контролиринг, а контрольная, в смысле, да? Контрольная. Задание, ёб твою налево. Чё-чё там? Уничтожь яйца червей. Ага, сейчас уничтожим, не ссы. Не ссы в трусы. А чё, здесь у нас... Ааа, журнал. Журнал. It is with the famine cult, it talks about the day to day life inside the Horus Man Master's cult. Почему не переводили? Ну ладно. А, нашли, короче, какой-то журнал. А, пока не знаю, кстати, для чего тут журналы эти, но, наверное, для чего-то нужны. Контрольная точка. Опять же, опять же, опять же, опять же. А что она дает? А, она открывает это говно. Понял. Подожди, что тут? Вот так, вот так. Погнали, побежали. Не побежали, фак! Вот сейчас побежали. Ать, пошел ты. А, подожди, а здесь как? А, все, я понял. Подожди. А что? И собака. А, надо быстро это сделать, потому что... Ай-ай, собака твоя! Ну не успеваю я, ну что мне? Что я могу сделать, если я не успевам, ба? Так, мне надо что сделать? Мне нужно по-быстрому, ага. Все? А, они все закончились. Фу, я уж испугался, что не смогу. А я-то смогу, а я-то смог. А ты смог? Опа. Пошел ты на священник ссаны. Коломет опять. Так, подожди. Опа, папа, 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 папа. Собака, тварь. Да тихо там, ты свою магию-то. Так, да блин, ну цепись-то, ёпти-мопти. Давай F нажимай, чё ты не нажимаешь? Так. Хорошо. Хорошо, идиот, хорошо. Замечательно. Так, куда нам дальше? А туда почему не могу? А? А, мы там уже, наверное, были, да? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, ёпти! Они же восстанавливают, я забыл. Твари эти. Хорош. Слушай, ну мы с тобой вообще, короче, нормально пока играем. Перебьем их все. Мы все перебили, мы можем уходить, правильно? Уровень пройден. Шикарно.
пропуск. О, какой заново, не заново, братан, я пошутил, там как бы кнопка за кнопку зацепил, не надо. Короче, да, мы с вами прошли. Давай-ка перейдем в меню, да. Ну, чтобы выбрать уровень, который нам нужен, а не который, чтобы заново. Ну, как бы, а заново, зачем нам заново, если, ну, сами посудите, я прохожу, как бы, да, ну, типа, там, да, и показываю вам всю прелесть игры, а тут, как бы, заново. Ну, как бы, это не... Нормально, это как бы, да, ну ты понял, короче, да. Так, здесь ширина, давай ширину возьмем, да. Тут возьмем уровень 13, это что? Отражающий меч, че? А это что? Ошеломляющий меч. Это как-то удар в ногу, сбиваешь по нему с ног, потом отражает пули. Не, давай вот этот, ошеломляющий. Готовность, готово. А, это мы сейчас против голода будем. Это типа был... Ой, ёптель, а че он такая... Я выведу новое потомство. Но сначала... Я сожру вас живьем. Она напоминает мне... Ой, ёб твою мать, ничего себе, она быстрая. Тихо. А как ее долбить? А, я вижу, там что-то горит. Подожди, стой, стой, стой. Не, ничего не горит. Да, горит, 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 да. Оп. Оп. А, она напоминает... помните такая, короче? Потяни, потяни за... добавь жару. Хорошо, сейчас я... Сейчас я добавлю жару. Опа-на. Ой, хорош. А, ну нам нужно, короче, по кругу. По кругу нажимать это говно, я понял. Да, бля. Ты можешь, да, вот, возьми этого чувака. Он побыстрее, как мне кажется. Да ёп. Блин, а почему камера застряла на этой, на этом дерьме-то? Ну, типа, камон. Школьную эту напоминает, да, или не напоминает? Тебе напоминает? Твою мать. На раздаче такая, тетка. Да иди ты на, а. Знаешь, что нужно было поменять? Длину на этом. А, она... Подожди, что я... Не обязательно ее это долбить, короче. Иди сюда, телочка. Ой, ты ж нихера, это кто такие, бля? А я могу уйти туда? Не могу! Что он там делает? Что он там делает? Слышь ты, говнище. А не обязательно все четыре нажимать, можно просто по очереди. Накормите меня. А, не... Да с... Я понял. Оп. Тихо, где он? Чикен! Такой, бля. Чикен несу. Гори, падла, тварь. Сжигай, сжигай жиры, скотина. Да блин, он не нажал на эту, собака. Иди сюда, где ты там? Пошел ты. Да нажимай ты, ёб твою. Да блин, ну он не нажимает, ребят. Что я могу сделать? А, типа там, где свинюшка есть, нажимаешь, она хочет, типа, пожрать, а она не жрет, короче, а она это, типа, понял, да? Тихо, тихо, тихо. Твою мать. Хорош. А, это говно замедляет, короче, газы ее замедляют, мои, точнее. Да, ось. Мои, говорит, газы. Я говорю, мои газы замедляют ее, мои, нет, точнее, ее газы, ее газы меня замедляют. Слушай, тварь, она смотри, как она начала быстро, быстро двигаться. Какую решетку, блин. Что там у нее? Блин, здесь уже не нажимается. Да блять, тут уже. Су! А, ну. А, все понял. Да блять, иди сюда. Гори нахер. Поджарьте город, чтобы заполучить информацию. А, это я могу. Но это я могу! Выкладывай, где остальные всадники, прожорливые отродья. А, вы пощадите, смерть управляет наркокартелем где-то в этих краях!
Одно из его заведений, Таня Вечерик! К северу отсюда! Спасибо за информацию. На этом твое жалкое существование заканчивается. Хорош. Пропускаем бы. Оценка S. Не знаю, что это такое. Да мне пофиг на самом деле, потому что мы же тут не на это, мы тут не дрочеры игр, да, а мы просто проходим и все, и больше ничего. И получаем удовольствие. Или не получаем удовольствие. Ну как бы там, ну типа там такое, сам понимаешь. Там. А мы прибыли в тайную вечерю, один из наркопритонов смерти. А его особый наркотик вызывал сильную зависимость, был смертельно опасен. А я вызывал наркоманов кровожадное убийство. На нем сидели все бандиты всадника. Здесь мы надеялись найти зацепку и подкатить туда, где смерть варит дурь. Вопрос жизни и смерти. Глава номер 3. Интересно, сколько глав в этой игре? Но это не важно. Это не важно, мы будем все постепенно и... Ты все знаешь просто, зачем я тебе что-то еще? При атаке Иды завладевает оружием убитого противника, если у нее нет оружия. Цель прибывает одного прыгна с фрейда, может нанести урон еще одному противнику. Давай, вот это здесь, что здесь, давай так, насрать. Все, погнали. Ой, ёб твою мать! А что так быстро-то? Хорош. Отыщите подсобку. А что ж, давай заберемся поглубже в эту дыру. Давай в эту дыру. Люблю в дыру залезать поглубже. Так. Отыщите место в подсобку. Типа надо что-то уничтожить? Нет? Типа прорубить дверь, нет? А, это типа шест, да? Подожди, в подсобку. Я вижу вот вентилятор. Я могу... А, вот, смотри, что-то мигает. А, вот F. Ну, конечно. Подсобку отыскали. Дальше что? Поищите подсказки. Ща, бляха. Ща, ёптель. Сейчас, иди-ка сюда. А, ты не пойдешь? Ну, дурак. Ща, мы вас... Бля! Ну ёп! Чё, всё? Вы довольны? Наелись? Мясца? Твою мать, не успел! Что, бога? Ты тварь, бляха! Есть тут... Блин, я забываю, что там дверь типа открыта и... Нейс. Да блин, запутываюсь. У себя, не беси, бля! Падла, блин. Да бля! Как он быстро стреляет-то, собака! Да бля! Ну как? Ну я же успел, я же отпрыгиваю, как могу! Надавьё! Да блядь, ну застрел, сука, в диване! Бля! Скотина, тварь! Да блядь! Да блять, ну это пиздец. Ой, извиняюсь, я не матерюсь вообще, да. Да ты, сучий потрох, а? В
Это, блядь, я забыл! Что с одного угла? С одного угла. Тихо, дай-ка дай что сделаю. Вот так сделаю. Чё ты сделал, блядь? Сука. Чему, блин? Да, блять, ну иди ты нахер, а? Да, суп. Да иди ты в срань. Да не, это нереально, подожди. Надо, потому что вот так вот это делать, сейчас. На-на, скотина тварь. Да, я там тупанул, потому что, ну ты же сам понимаешь, как бы шмыга, ну блин, ну это шмыга, ну чё ты начинаешь-то сразу, ну? О, ну это такой лол! Ну это такой лол! Камон! Чё за бред? Они же рядом стоят! Почему я ему не мог это сделать-то? Ну, они же рядом стоят. Алло, камон. Батя. Батя в здании. Подожди! Left Shift, а как менять? Вот, это что? А, это вот это, да, мне вот это надо. Я, короче, какую-то сделал херню, она сработала, поэтому... Поэтому и все. И я в дамках, поэтому не надо ничего мне говорить. Да. Если я лошара, значит я лошара. Я об этом знаю. Не надо про это писать, пожалуйста. Ладно, так. Так. Иди сюда, сладкий! Иди сюда, сладкий, да! Так. А, подожди, я же за этого играю. Или не за этого? Ой, до свидули. Ой, до свидули. Ой, как красиво-то, а? Ты посмотри, как. Тут что-то настали. Давай возьмем. Приглашай на байкерскую вечеринку в другом баре. Владелец тот же. Это все. Хорош. Сколько я умер? 30 раз я умер. Но это стоило того, чтобы... 30 раз. Это рекорд, интересно, этой игры или нет? Ну ладно. Так, мы в другой бар идем, да? Какой-то бонус. Что за бонус? Давай длительность. Готовность. Да, я просто бездумно, да. Ты прав. Ты очень даже прав. Я тупо бездумно выставляю эти все... Все эти ситуативины. Так, подожди. Я не могу больше тут какой-нибудь секретик. Тут может быть опыт, может быть уёпот. Уёпот. Бывал ли в твоей жизни уёпот?
Или нет? Расскажи ко мне. А? А? Уёпа. F. Нормас. И чё, вход сюда или... А, или вход туда, подожди. А. Ля-ля. А. Оп. Контрольная тачара. Тачара. Тихо, ща мы его... Сейчас мы его... Сейчас мы его... Сейчас мы его... Ох ты ж пи... А вот про это я не знал. Да блин! Иди сюда! Иди сюда! Фу, ля-ля-ля! Я чуть не это, да? Чуть не подобосрался, да? Подобосрался за меня или нет? Или тебе пох на меня? Вот так на! Вот так на! Вот так на! Орёшь! Просто, просто все! Просто все будут... Все будут казнены, нах! О, да! О, да, детка! Ты чувствуешь это как классно просто? Просто как классно. Икспы давай, да? Мы за Иду очень мало. Очень мало играем за Иду. Опа-па-па-па. Хорош. Бесшумненько. Ох ты ж сучий пиз, сус. Почему ты насквозь-то, блять, не прошиб его? Да иди на. Да не, это все бред, конечно. Да блин! Извиняюсь, да, не, без матершины, ребят. Да сука, ебать, такара-карара! Такара-карара! Иди сюда! До свидания. Хорош. Божественный, божественный. Чё там? Ручный пистолет? Ломитесь на вечеринку. Ча мы ломимся. Это чё такое? До свидания. А, отлично, хоть разомнусь немножко. Так, давай-ка поменяем персонажа. Хорош. Слышь, а ты не охренел ли? Да твою налево, то-то ёпа, карамысь, кара-карася, ра-ра-ра-ра-ра. Да блять. Нет, 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 поменяй. Не беси. Не беси, бля. Да блин, ну вот а зачем? Очень много всякого... Очень много всякого хлама и... Поэтому, блин, тут... Тут, за... тут не работает мой отскок, блин. Тяжело. Да как я мог погибнуть-то, алё, брателло? Да, сука. Ну где это там? Мудин, блядь. Да, сука, ну как? Да как? Ну ты, ну ты бесишь меня, блядь. Игра нахер! Что за говно ты мне делаешь? Сука, я охуе... Он же в кучу убивает, а сейчас он не убил в кучу. Почему? Просто потому, что ему так захотелось. Ему так захотелось, ты видишь?
Think that's all of them? Party's over. Say hello to Death. О, это кто? Оторвите, папа, передавай смерть привет. А, все. О, это какой-то новый чувак, да? Веди нас к смерти, я хочу на него посмотреть. Пожалуйста, налетим, завод неподалеку, следуйте за мной. Ну погнали, налети. Да я опять заново сделал, да? Как ты бесишь, зачем вы сделали кнопку рядом с которой пропустить? Почему нельзя сделать было? Ну хорош. Че тут? Готовность. Ну, вот ты нормально, нет, ты нормально. Нет, ты как там себя ощущаешь? Ну хорош. Мы тут как бы играем. А, слушай, в этой главе побольше, по-моему, да, частей? Литейный заводик, да? Ну давай на литейный заводик немножко. Немножко на литейный, да? Посмотрим как-то. Как там и чего. Так, у нас тут вроде ничего по этим, да? Ничего, все, готово. Готовность. Готовность есть. Опа, ничего себе, нормас. Господин Гарри, госпожа Ида, я восхищен. Даже жалко, что вы не увидите смертельный триумф моего нового наркотика. Убейте их. И поперди. Твою мать, старый ублюдок. Да ты что, гонишь, что ли? Да блять, да ты чё гонишь что ли? Ты сучи говно. В смысле, переживите. Обыщите завод. Ой! Да, блять, вот как ты меня бесишь-то, ну. Да, блять, да, ты на, ты же отвернулся уже. Сука, говнище. Я не понимаю, я же прокачал тебе такую фишку, как делать, типа, ты можешь этим копьем, как скорпион, фигачить через эти, нет? Или что-то я путаю? Я не понимаю, я ничего не понимаю. Ты что, не понимаешь? Ты можешь написать мне? Ты понимаешь что-нибудь или нет? Я же прокачал, что, типа, твое санное кольцо может фигачить, ой, копье может фигачить нескольких игроков. Ну, в смысле, типа, ой, а, ну ладно. Все, а что, патроны мне не нужны, ничего мне не нужно. В принципе, да? А получается, что как бы нашикалите, типа? Опа. Слышь, а чё он не этот-то не умирает? У него типа бронь там такая? Надо в красный ящик, да, попасть? Ой! Да иди ты нахер! Иди ты нахер! Мой шоколадный трахер! О, вот, вот так надо было сделать. Так я же хотел красную, но я просто не видел, что там дырки есть. И все такое. О, а, экспа, экспа! Да, экспы вот этой тёлочке надо, короче, зарабатывать, потому что она, короче, слабенькая по экспе, а тот чувак сильный по экспе. Хотя, на самом деле, а можно тут интересно делать так, чтобы один, типа, перс полностью всю... Короче, забей всю. Ой, не надо, не, я пошутил. Ну ладно. Да не, ну блин, ну это какой-то бред. Вот ты, конечно, дурачила, а. В чем проблема было сделать так сразу, а? С первого, мать его, раза. Опа. Тра-та-та-та-та, снайперюга? Да ладно. Камон, а куда он будет стрелять? Прячься.
А, он через эти стреляет, я понял. А! Вот пидот. В смысле, а что там было с добиванием? Типа, я теперь могу и так вот, типа, добиваться, типа, немножко, да? Так а он будет стрелять-то или нет? Что-то я не могу понять. А? Ты стрелять будешь, нет? Бляха. Так, подожди, этих жирных надо убивать через эти, через... нельзя, короче, их подходить, не хочу подходить. Да, все, я хорош. Хорош. Не надо. Ой, заклинило? Заклинила пушечка? Трусливая скотина. Ну, конечно. Хорош. Это было просто идеально. Изи писи, лемон сквизи, или как там? Там я правильно сказал? Я говорю, правильно сказал. Или неправильно, а? Трусливая скотина, все, убежал уже, тут ничего нету. Но я понял, что мне нужно через кольцо, типа, перепрыгнуть и нажать на эту. Я просто ищу еще, может быть, тут какие-нибудь здесь приколюхи, но приколюх вроде как нету, да? Подожди, нет, мне надо вот этого жирного, мне надо как-то убрать. Не хочу. Я не хочу его убирать с помощью... А, подожди! Я не понимаю, как эта херня работает? Как эта херня работает? Она же... Ты просто выбираешь цель. Ой. Ты же просто выбираешь цель. Правильно? Нет, вот. Вот, да. И... Хера себе! Опа, тихо. Тихо. Сладенький. Пошел отсюда, на. Иди отсюда, говорю. Двери закройте. Двери закрыли. Быстро дверь закрой. Падла. Хорош. Так, дробаш возьми. Один патрон. Ай. Верни, я сказал. Так. Подожди, сейчас мы закончим с этими ублюдками все, да? Мне бы как-то взорвать это говно, по идее, да? Хорош! Вообще по красоте, смотри, как я все сделал, а? Провернул, ты так провернул! Хорош! Так, сейчас, так. Теперь. Здесь еще тоже одна ручка. Ручка-макручка. Так, нажимамбо. Я нажимамбо сделал, да? Это что-то мне дало? Это мне ничего никуда не дало. Хорошо. Хорошечно. О, ворота опустились. Контрольная точечка. Так, у меня... О, ёптель, а чё их так много-то? Подожди. Подожди. Быстро его чпокнули. Во, вот так теперь за... Да ёпарный карусь, ты ксаный гусь. Так, по красоте. Патрон один есть. Так, в загашничке, да?
Ой, патрон еще один есть в загашничке. Икспа в загашничке по красоте. Оружка по красоте. Огнемет, давай. Я сейчас тебя трахну с огнемета. Так, подожди. Я тебя сейчас... Журнальчик. Ну-ка, найден журнальчик. Давай, почитаем. Then Jack Hunter talks about the rocket through the roof. Ну, тёлка какая-то, типа, да? Ну, типа, секси-пекси или типа того, да? Так, хорошо. Уходим. Уходямбу делаем. И нам что? Нам нужно нажать сюда? Нет, 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 нет. Нам нужно... Close. О, ёпта, это мудила. Да... Да-да-да. Да, блин, тут этот ящик ссаный. А, он здесь, он попадает? Нет, он не попадает, не ври. Мне нужно там на ручку нажать, но подожди. Не хочу туда на ручку нажимать. Хорош. А я почему не умер? Ну, просто потому что, да? А просто потому что. Нет, мне надо. Мне надо нажимать. А, все. Не поснайперишь, падла тварь. Кажется, он испугался. Конечно, я бы тоже испугался такого. А... Ой! Бля, я не увидел. Я не увидел, что у него этот, прикинь, ну короче. Ну я сам, да, слепошара, лошара, лепошара, слапошапа, слепошкана, машара. Слепошара, лошара, машара. Оп! Оп! Да ты! Щенок, падла! Че, не ожидал? Твою мать! Вот это я не ожидал. Да пошел ты на, а? Да пошел ты на. Так, тихо, где этот гнида? Да мы его сейчас потихо убьем, что нам, зачем нам тратить пули, патроны и нервы? Мы вот все его и шпокнули. А что здесь у нас? А здесь у нас что-то такое классненькое. Получено усиление рикошет. Для чего? Ну, это и не важно, на самом деле. Так, ладно, нам нужно вот сюда дверку мы открываем. Дверку мы открываем. Опа-па, а, это гнида, ёпти. А что мне надо сделать, а? Да блин! А, да, все правильно. Бля! Через секунду мы его... Давай устроим фейерверк для учести. А что нам нужно сделать? Чего? Не понял. А, понял. Я не видел просто этого. Сейчас, стой. Блин. Да бля! Чего? Он все сдох. А, у меня кончились пушки. Ой, патроны. Хорош. Да ёб твою мать!
А чё такое-то? А, это этот ган. Что нужно сделать? Да ёб твою мать. Да какой ты, как ты так быстро-то наводишь свой говно-то, ну? Да иди ты в зад, блядь. А почему он там крутится, у него башка-то, я не понимаю. Я же бесшумное убийство делаю, алло. Сука, что мне нужно сделать, сука, с эмбагом? Бля, не беси меня, нах. А, все, вот так надо было сделать. Я-то думал, нужно нажать на это говно, а не бегать там. Ну, я бы на самом деле за первый раз бы там сделал. Смертей, конечно, у меня просто жесть. Хоть жопой жуй называется, да? Ну, это ничего, это нормально, это неплохо, это нормально, это нормально, нормально. Это все, в принципе, нормально, да. Да все, отстань, не хочу ничего делать. Ударим по ним их же оружие. По ним их же оружие. По ним же их же. По ним же. Что нужно делать? А, я просто типа тупо. А это что? Оу, да ладно. А я не могу карту двигать. Ида, расчистите мне дорогу. Контрольная точка. Контролиринг. О, ничего себе, ты, конечно. Ты, конечно-то, борзой такой, ёптель. Подойди-ка сюда, к бочке, парень. Паря. На-на. На-на. Так, чё там? Всё? Контроль... Вот этого можно чпокнуть? От тебя чпокнуть. А где этот зеленый будет? Ну посмотри, какие скоты свиньи. Not bad. Опа, тихо, тихо. Стреляй по резервуару. Как ты падла. Те, а чё ты там заныкался, тупырь? Да подождите, блин, как ты так... Мне неудобно так с такой камерой играть, братан, подожди. Что мне делать с ними? Как мне быть? Что мне делать? Как мне быть? Как же мне тебя забыть? Это что такое? Я не помню. Ты помнишь, что это такое? Так, ладно, подожди, давай с ними закончим пока. Давай в другую сторону пойдем. Опа, тихо. Опа, нихера он. Ну, бляха. Не, нельзя этим давать вообще ничего.
А как его убить-то, блядь, если не его? Ох, а в смысле? А почему он ты сюда смотришь-то? Алло, говно. Я нажимал на пробел вообще-то, говно. Сука, не успел. Ну вы, блядь, да это сложно. Ну и чё ты там увидел-то? Чё ты там увидел-то? Слышь ты, сыкло. Как мне их убить, объясните, я не понимаю. Это еще кто-то нормас. Раз-раз нормас. Получено усиление быстрый бег. У меня быстрый бег теперь? Это быстрый бег называется или нет? Ой, тихо, стой, не хочу туда, подожди. Не хочу туда, хочу сюда. Я еще не со всеми разобрался с сукиными детьми. Так. Бляха, здесь много. Почему нельзя? А? Хорош! Неплохо, так неплохо. Сука, ну бля, заново все? А, нет, не заново, все хорошо. Ну сейчас он там, подожди, дойдет. Хера его зафигачило. Че это с тобой, братан? А что это такое за умение, подожди? А нельзя прочитать нигде, да? А, я понял, это этот щит. Так, тогда подожди, тогда здесь разбиваем. Ой, ёб твою мать! Бля. Так, щит это хорошо. Щит это хорошо. Иди сюда, сладкий. Да сучи ты, петух. Блин, ну, ну что, мы теперь... Не, мы вначале с этим разберемся. Да ладно. Что делать теперь? Да ты гонишь! Блять, ну как ты, сука, бесишь меня, а? Да ёб твою мать! А, точно, у меня же есть патроны вообще. Я просто не понимаю, почему нельзя было сделать. Я чуть не обосрался, если честно. Я думал, я его уже чпокнул, а он, смотри, а он не чпокнутый стоит там, да? Вот тварь, падла, тварь. Так, короче, вот это говно, да? А-а-а!
Причем не беси меня. А, типа, это в другую сторону, подожди. Это вот сюда, вот, да? Это все, это сюда, тут ничего не будет у нас. Да уходим тогда отсюда. Уходим. А как я эту. А. Да, я забыл. Контрольная точка. Контролиринг. Туда я пока не могу. Хорошо. Хорошо. Жирного могу чпокнуть здесь? Вот так вот, например. Ай-я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 й. А, мне знаешь, что надо сделать? По-тихому сейчас пробраться сейчас. Хорош. Легче легкого. Ну, я бы не сказал, но, наверное, да. Да, хорошо. Значит, открываем бо. И открываем бо. Все, прошли, типа, да? Подожди, а там же еще была вот туда дверь. Или я туда не могу идти уже? А? Как? Подожди, там же вот. Нет? Нет, видимо, не могу. Хорошо, ладно. Может быть, там что-то другое еще нужно было? Сделать. Так, а сколько времени? Ой, время минут прошло. Ребят, всем спасибо за просмотр, за лайкосы. Если понравилось видео, ставьте, не забывайте там колокольчик, там это шмыга, короче, канал, типа игры, да, да, как бы тут всякое такое. И всем счастливо, всем пока, да, да, покеда, покеда.